Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Елена Матвеева, компания «Перекресток» впрок. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас была сессия, она закончилась совсем недавно, и хочется узнать о теме. Тема очень проста. Мы говорили про ассортимент, про возможности импортозамещения, про работу с локальным рынком и про работу в условиях неопределенности. Мы, как сервис онлайн-доставки впрок, имеем достаточно большой ассортимент, более 70 тысяч SKU. Мы четко понимаем, что нужно нашему клиенту. Даже во времена кризиса ему важен широкий ассортимент, стабильное качество и справедливая цена. Мы говорили о возможностях промо-активности, о возможности снижения цены, девиации спроса, о замене ассортимента и о огромном количестве вещей. Вот на последней сессии мы говорили о том, что все эти три месяца мы занимались тем, что пытались найти новые логистические пути для того, чтобы привезти свежий фроф, а также привезти шикарный лосось, потому что фореры вдруг стали чуть дальше от нас, стали чуть дороже, и мы благополучно заменили этот ассортимент на локальных производителей, а также на Осетию. Так что приходите во впрок, покупайте свежий фреш, у нас лучшее качество и шикарный ассортимент. Вы так вкусно и замечательно рассказываете, а самое главное, насколько я понял, в любом случае люди захотят вкусно и правильно, здорово питаться, и вы можете в этом им помочь. А тем, кто у нас здесь на форуме, вам повезло еще больше, потому что, насколько я понял, у вас на стенде можно получить 10% скидку на заказ, поэтому срочно все слушайте следующие сессии и посещайте стенды. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания.